Почти 1300 вчерашних студентов педагогического университета получили заветные документы о высшем образовании. При этом больше 200 выпускников стали обладателями красных корочек. Уверен, что сегодня система образования региона получит большое профессиональное подкрепление. 68 образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Впервые в этом году прошел выпуск по направлениям сервис, испанский язык и биотехнология с основами нанотехнологий. Но помимо научной подготовки, каждый выпускник может похвастаться участием в десятках масштабных конкурсов, фестивалей и форумов. Я участвовал, организовывал очень много и мероприятий, и форумов, участвовал в «Мистер и Мисс ЛГПУ», организовывал экскурсии, получается, потому что я был за них самый ответственный такой, да, там, самый главный. Вот. А так, на самом деле, и педагогические, и там все ребята, да, это огромные возможности, это потенциал, чтобы даже после выпуска дальше выйти, и у тебя как бы огромный багаж и знаний, и навыков, и умений, и опыта, это все пригодится 100%. Лучшие выпускники получили дипломы с отличием из рук губернатора региона. Илья Акимов стал юристом. В студенческие годы он занимался правовым просвещением школьников. Сейчас работает следователем. А Елизавета Якименко была регулярной участницей научных олимпиад, а теперь преподает и планирует работать в музее. Когда я училась на первом курсе, я участвовала в студенческом активе, выступала на сцене на различных мероприятиях. Но с годами у меня сфера деятельности поменялась, я ушла в науку и стала руководителем научного общества на факультете. Глава региона отметил, что наш педагогический университет славится по всей России своими традициями и профессионализмом преподавателей. Дорогие выпускники, большинство из вас пойдет трудиться в образовательные, культурные и юридические учреждения. Нам всем будет вдвойне приятно, если вы решите связать свои жизни со школой и другими образовательными организациями. Надеюсь, что вы найдете применение своим знаниям и талантам здесь, дома, на родной земле. Ульяновская область гордится вами и в вас нуждается. Теперь ребята строят планы на будущее. Многие из них собираются продолжить обучение в любимом педагогическом. Только теперь в магистратуре и аспирантуре. Екатерина Лазарева, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск.